Элой, у нас возникло одно осложнение. Нужно обсудить. Жду тебя в доме Тильды. Он послужил мне хорошим штабом для изучения базы зенитов. Не бойся. Я не трогал ее бесценной картины. Ладно, прибуду как смогу. Понюхай, и не сможешь устоять. Да направят нас легенды. Не о чем докладывать легенда. Ага. Видимо, Альва чем-то занята. Что там написано? Ты держишься? Что? А, да. Наконец-то встала на ноги.
Ну, попробуем. Thank you.
Спрячу в подсумок.
Вот это ветер. У меня есть что-нибудь, чтобы стрелять водой? Оставлю при себе.
Ясно. Так вот, где Тильда пыталась тебя сманить. Что она предлагала? Что вместе вы с ней спасете планету? Как того хотела твоя генетическая мать? У предтеч был для такого свой термин – замануха. Завлечь тебя обещаниями дивного нового мира, который Немезида неминуемо расколет, как орех, истребив все живое. Надеешься вывести меня из себя? Не выйдет. И если бы ты верил, что мы обречены, тебя бы здесь не было. Может, я хочу посмотреть, сотворишь ли ты вновь невозможное. Кстати, об этом. Перебирая данные, я столкнулся с новой проблемой. Я прочесывал базу «Зенита» в поисках полезных сведений. И обнаружил, что на Землю с Одиссеей спустилось 13 наших звездных друзей. Но мы нашли лишь 12 трупов, включая Вербену в лаборатории. Как быстро ты считаешь в уме. И да, один от нас ускользнул. Его имя Уолтер Лондра. Аэрокосмический магнат 21 века с целой армией поклонников. Думаю, нет нужды объяснять, насколько опасен такой человек на свободе. Ты должна найти его и обезвредить. Говоришь, ты вел поиски на базе зенитов? Есть у них то, что поможет победить Немезиду? Нам надо изучить как можно больше технологий. И древних, и из арсенала зенитов. Обладая такими знаниями, мы, возможно, сумеем создать оружие, с которым Немезида еще не сталкивалась. Застать врасплох? Вариант. Рано радуешься. Пока есть пара зацепок и только. Боюсь, поиски будут долгими. Так Лондра разбогател на торговле звездолетами? Не совсем. Он строил корабли и аппараты, которые добывали редкие металлы из пролетающих мимо Земли астероидов. Тут есть от чего встревожиться. Именно. Из-за нас у него больше нет доступа к Одиссее и базе зенитов. Но он наверняка хорошо осведомлен о технологиях предтеч. Поэтому он для нас не только угроза, но и ресурс. Ты думаешь, он может помочь нам в борьбе с Немезидой? Да, возможно. Ты сказал, что у Лондре была армия поклонников. В смысле? Он разбогател за счет космоса, но вкладывал большие суммы в развлекательную индустрию. Его жена была знаменитой актрисой. Супруги частенько становились мишенью таблоидов. Таблоидов? Новостных агентств, которые следили за знаменитостями и скармливали фанатам все подробности их личной жизни. А. Фу. Куда Лондра мог направиться? К побережью на юге. Это край, разрушенный вулканическими процессами. Тенакт, что там бывали, зовут его Пылающие берега. Но 1000 лет назад он назывался Лос-Анджелес. Это был центр технологии и развлечений. Космическая компания Лондры Хевенсент базировалась там. Вероятно, он вернулся на знакомую территорию. Я вышлю координаты. Ты готова отправиться за беглым зенитом?
Ладно, я готова выступать. Будь осторожна, Элой. Подозреваю, что Лондра еще коварнее, чем все остальные зениты. О, Сайленс. Если бы я тебя не знала, решила бы, что ты беспокоишься. Элой, надеюсь, я не отрываю тебя от битвы с какой-нибудь огромной машиной. Привет, Бетта. Я направляюсь к пылающим берегам. Ну да, Сайленс рассказал нам с Геей о твоем походе. Осторожнее, ладно? Если что, обращайся. Хорошо. Спасибо. Квартира Лондры где-то рядом. Ты что, умеешь летать? Да, но посадка не вышла. Еще машина. Жди ты, я разберусь. Постой, я помогу. Ну, тогда вперед. Плазма не причинит ей вреда. Видишь эти кристаллы? При ударе они взрываются. Ладно, поняла. Я Сейка. Элой, я могу тоже сказать про тебя. У тебя есть визор? Значит, ты Квен. Но не такая, как другие искатели. Откуда ты это знаешь?
У тебя много вопросов, но пока сперва... всего один. Я видела, как ты летела верхом на светокрыле. Та башня стала для тебя сюрпризом. Ты здесь впервые. Зачем ты здесь? Я ищу кое-кого. Я направлялась на северо-восток к зданию на холме. Здание на холме. Ты про подъем звезд. Знаешь его? В курсе, как туда проникнуть? Возможно. Но сначала надо что-то сделать с этой башней. Мы можем помочь друг другу, Элой. Башня недалеко от нашего лагеря. Я покажу дорогу. Постой. Ты сказала помочь друг другу, но что именно тебе здесь нужно? Скажем так, мне эта башня тоже мешает. Пошли. Сюда. Иди за мной. До поселения доберемся на моем ялике. Что тебе вообще здесь понадобилось? У ялика чуть гуляет руль. Я искала детали для ремонта. Да и охотиться иногда лучше в одиночку. У тебя какое-то дело? Пошли! Вот он. Надо только прикрепить эту деталь. Подержи. Никогда таких раньше не видела. Я смастерила его вместе с одним нашим механиком. На воде держится. Сойдет. Можно отчаливать. Запрыгивай. Что, в путь? Готова отплывать в любой момент. Садись впереди. Ну что, в путь?
Готова отплывать в любой момент. Садись впереди. О, нет. Еще одна. Ого! Я же говорю, пока там эта башня, на подъем звезд никак не попасть. Ладно, отчаливаем. Неплохо придумано. У меня было достаточно времени подумать. Сколько же вы здесь пробыли? Где-то около года. Пересекая Великий океан, мы угодили в сильную бурю. Потеряли полфлота, сбились с курса. Чудо, что мы вообще добрались до берега. И с тех пор прозябаем здесь. Вот как. Вы сколько слышите? Сколько же вас осталось? Меньше, чем должно было быть. Нас постигли другие виды, помимо крушения. И от некоторых уцелевших мало пользы. Я приведу чужеземку, это усложнит мне жизнь. Ну да ладно, просто не встревай, я сама им все объясню. Ну хорошо. Вот он, слева. Конец флота. Веселое название. Мы тогда были не в лучшем настроении. Ладно, пойдем. Не знаю. Могу я идти? Нет. Будешь ждать изменится вместе с нами. Ты! Началось. Прости. Я вижу, одно предательство ведет к другому. Украла визор искателя. Привела дикарку в наши ряды. Вот это точно к вам. Арестуйте обеих. И конфискуйте у них визы. Арестовать нас может только адмирал. А никак не надзиратель. Разумеется. Адмирал Геррит! Все, как я говорил. Доказательства здесь, перед вами. Солдат посмел надеть визор искателя. Око, являющее наследие. Но этого Сейки было мало. Она привела к нам дикарку, прямо нарушив условия о неразглашении 3А. Согласно протоколу, она... Я, возможно, последняя надежда спасти пропавших. Визор Вая явил мне его последние мгновения. Он нашел зацепку. На подъеме звезд, руины. Наши люди были там. Штаб-квартира Лондры. Пробраться туда сами мы не в силах. Ситуация не позволяет.
Но она найдет другой путь. Но ведь есть закон. Визор для искателей. Больше ни для кого. Конечно, Сейка поступила скверно. И ей придется за это ответить. Но сперва надо найти наших людей. Если только есть шанс, что она сумеет их вернуть. Наш ответ ясен. Даже бюро с этим согласится. Я даю добро. Сейка и чужеземка вольны отправиться туда. Но, сэр, это... Чужеземка, давай поговорим, когда будет время. Хуже, она наш последний навигатор. Без нее путь домой закрыт. Я должна ее найти, даже если придется нарушить запрет. Но Рэнк ведет себя так, будто проблема во мне, хотя я на самом деле как раз вовсю ищу решение. Сейка, я понимаю. Хорошо понимаю, но сейчас нам нужно успокоиться. Я спокойна! Ты права, конечно. Злость тут ничем не поможет. Итак, нам нужно попасть на этот подъем звезд. Но башня расстреливает все в небе рядом с собой. И в море тоже. Так что на лодке к ней не подойти. Прекрасно. Но у тебя, как я понимаю, есть план, как с ней сладить? Возможно. Между нами говоря, есть один способ.